Шановні харків'яни, ще раз доброго ранку. Прокидаємось, посміхаємось, і в нашій студії вже з'явилися гості. Отже, сьогодні у нас Антон, а також Єлена, організатор хакатона по відкритим даним 1991. Ось так. Доброго ранку. Доброго. Перше запитання, що це таке хакатон? Собственно, хакатон, я вже об'єснав однажды. Это формат событий, когда люди в очень короткий срок, там 24-48 часов, берут какую-то идею и доводят ее до прототипа за это время. То есть очень быстро, интенсивно, вот, и все такое. А само слово по себе взялось из двух слов. Это хакер, да, хакер и марафон. То есть первая часть первого слова и вторая часть от второго. Так, зрозуміло. Це зрозуміло. 1991. Що це таке? Чому саме така назва у вашого хакатону? Год независимости Украины, потому что проекты, основанных на открытых данных, приносят большую пользу для государства и для народа. Вот, по сути, это такая международная практика, давно популярная за рубежом. Вот, и это, в принципе, приводит прозрачность, антикоррупционные эффекты, все такое. Так, рассказывайте, что будет відбуватися, что это за проект? Это будет двухдневный экспресс-конкурс проектов. Это в основном IT-проекты, основанные, которые используют для своего продукта, для результата своего, данные, статистические данные, в основном государственные. Также может быть, это могут быть муниципальные данные, это могут быть данные коммунальных предприятий, это могут быть любые другие статистические собранные данные, которые возможно найти, например, в городе или в государстве. В принципе, таких мы каждый день сталкиваемся, мы где-то каждый день оставляем свои следы. Мы входим в метро, покупаем билеты на концерты, в театры и так далее. Мы обращаемся к государственным органам, мы учимся, работаем и так далее. И это все собирается, эти данные можно использовать. Десь вони є, але ми про них, ну, будемо казати так, ну, нічого не знаємо. Да, а их можно использовать для оптимизации жизненного пространства, их можно использовать для создания новых бизнесов, их можно использовать для построения будущего, в принципе, даже страны, даже предотвращать социальный конфликт. А эти данные, вони відкриті, так? Ну, у нас только инициировали процесс открытия этих данных, то есть закон об открытых данных был принят в 2015 году, вот, и сейчас эти данные постепенно открываются. Вот, и специально для проектов, основанных на открытых данных, наш инкубатор открывает, ну, точнее, инкубатор, с которым мы работаем, открывает эти данные по запросу под проекты. Тобто, ну, будь-яка людина може, ось я прийшов домой, там, так, додому, відкрив там інтернет і можу вже зараз там щось подивитися, так? Да, сейчас уже открыты несколько реестров, вот, и в принципе, ну, это норма, когда для людей, налогоплательщиков, данные о том, как используются их ресурсы, прозрачны, доступны, открыты и готовы как бы для ознакомления. Но я бы тут хотела добавить, эти данные, когда это просто статистика, она очень мало о чем говорит. Эти данные должны быть совмещены с какой-то другой статистикой, и вместе они показывают что-то, в чем заинтересован пользователь, в чем заинтересован бизнес, гражданин, государство и так далее. То есть эти данные сырые на данный момент. Какие-то есть, какие-то еще предстоит оцифровать, но они сейчас сами по себе не о многом говорят. Задача вот этого инкубатора – это собрать из нескольких наборов данных и создать аналитику, которая будет полезна. Тобто до вас приходят люди, ну, кто там принимает участие в хакатоне, так? И им потрібно там зібрати ці дані и там створити якийсь проект, так, щоб було цікаво на ці дані дивитися. Я так розумію. Ну, расскажи, наверное, про как будет проходить там. Да, то есть мы начинаем в субботу в 9 утра. То есть все начинается с знакомства, с этапа формирования идей. То есть к нам приходят люди с проектами на разных этапах. То есть у некоторых есть уже идея, у некоторых есть прототип, у некоторых. Тобто, кто-то готовится. Да, ну, то есть кто-то до этого работал и увидел хорошую возможность пройти программу инкубации, например.
Вот. И в течение следующих 48 часов они там либо разрабатывают прототип идеи, либо дорабатывают прототип, либо расширяют уже существующий продукт. И в конце концов они его презентуют нашему жюри. Жюри отбирает лучшие проекты, и лучшие проекты отправляются на 6-недельную программу инкубации в Киев, где их ждет помощь экспертов, то есть им советуют, помогают разобраться с бизнес-процессами, с технологиями, с маркетингом и так далее. После этого им помогают заручиться поддержкой государства, если такая требуется, да, открывать необходимые пакеты данных и, в конце концов, получить финансирование. Тобто, реально, ці проекти, вони, ну, можуть працювати? Да. Да, это международная практика. В Англии, например, реестр данных начали открывать уже с 2006 года, и там в Европе, в Америке уже полным-полно сервисов, основанных на открытых данных. У нас этот, ну, процесс только, в принципе, инициировался. Ну, тут, наверное, стоит привести примеры, чтобы люди, ну, понимали, в принципе, о чем идет так. речь. Вот хороший пример, например, в Украине есть проект, который, используя данные о донорах крови и о тех, кто ее, кто в ней нуждается, о реципиентах, он позволяет очень быстро искать кровь, помогать сводить этих людей. То есть, где они там находятся, так? Да, то есть, чтобы быстро можно было обеспечить переливание, то есть, там, по группе крови, по резус-фактору и так далее. Вот это очень удобно. Там есть очень много решений для бизнеса, то есть там для нефтевых каких-то компаний или еще для кого-то. В Америке, в Нью-Йорке есть, например, очень забавный сервис, но тем не менее полезный. Он основан на информации о проверках в ресторанах. И вы приходите в какой-то ресторан, ваш смартфон, на ваш смартфон через геолокацию приходит сообщение, например. И там кажется, добрый ресторан. Да, то есть там, вот тут такая информация, что здесь отравилось только-то человек. Может, вам стоит пойти куда-то еще. Скажите, пожалуйста, а чи, вот вы кажете, что в багатьох країнах, ну, уже это розвинено, там есть какие-то проекты, а может быть так, что придут завтра, так, там учасники хакатону, и они возьмут за основу те проекты, которые есть в других странах. Це, ну, це нормально, це одобрюється, чи все ж таки потрібно, щоб вони щось унікальне зробили своє і таке, такий продукт, якого ще немає у жодній країні? Ну, это вполне нормальный процесс, то есть почему бы не брать рабочие идеи, которые уже решают какие-то проблемы и полезны обществу. Ну и при этом создание новых продуктов – это, безусловно, очень хорошая затея. Ну, для нашей страны, в принципе, специфические запросы сейчас, поэтому я думаю, что те, кто подает проекты, они ориентируются в первую очередь на запросы нашего общества и нашего бизнеса. Тут можно, например, привести такие случаи, такие, вот, такие идеи, как… ну, например, выгода для бизнеса на основании данных о экологической ситуации в разных районах можно для вот, риэлторов устанавливать цены на недвижимость, повышать или понижать цены. В принципе, аналитика помогает принять очень много решений для людей. Мне кажется, что эта информация много, вы кажете так, для риэлторов она была потрібна, але мені здається, що навпаки, хтось скаже, ой, не потрібно цього казати, бо там, ну, цей там район, там він забруднений, так? І якщо ми відкриємо цю інформацію, всі будуть знати, що тут реально величезний рівень там забруднення повітря, і там люди перестануть там тут купувати житло. Але все ж таки, ну, потрібно зробити, щоб, ну, воно діяло. Ну, правильно, для, поэтому не только цены на недвижимость меняются, а еще возникает потребность у государства. Да? Государство видит, что вот, вот в этом районе, или город видит, что в этом районе требуется особое внимание. Это также возможность появления новых бизнесов и новых услуг. Это возможность появления, ну, не знаю, очистных сооружений каких-то. Да? Вот это сразу бизнес оживляется, понимает, куда ему стоит обратить свое внимание и направить свои усилия. А сколько участников у вас уже планируете, чи уже готовы? Там це команди, чи тільки завтра буде відомо, хто прийме участь? Да, ну у нас уже на днях закрилась регистрация. Сейчас у нас зарегистрировано 70 человек участников. Вот, да, довольно массово. То есть у нас 28 людей свободных, то есть просто людей с какими-то компетенциями в IT, в данных, в дизайне там, и так далее, которые там либо хотят объединиться с кем-то из свободных людей уже в субботу, либо присоединиться к одной из существующих команд. Существующих команд, собранных у нас уже 14 зарегистрированных. Вот, есть много интересных проектов, то есть, допустим, у нас есть краудфандинг-платформа для города. Там в чем суть?
у вас появилась какая-то идея, как развить город, но у вас нет на это денег. Вы публикуете идею на ресурсе, и харьковчане, которым понравилась идея, могут там... Ну, да помогать, да, помогать там финансово как-то, а им взамен там будут какие-то привилегии там, или какие-то подарки на это. Вот. То есть есть там системы, которые помогают анализировать... криминальную ситуацию в Харькове. Это будет полезно, в принципе, как и жителям, так и полиции. То есть полиция сможет обратить внимание, понять, какие районы им следует патрулировать усерднее, а люди поймут, что там в 9 вечера вот там-то ходить лучше не стоит. Вот. То есть, ну, много разных проектов. Лена, ты еще помнишь какие-то яркие? Ну, я думаю, это будет интрига. Ну, это должно быть интрига. А чи є у вас вже якісь там фаворити, чи такого не може бути? Ну, дело в том, что процесс как, какой? Есть судьи. Судьи, они определены по определенным критериям. Это должны быть специалисты в IT, это должны быть специалисты, которые работают с данными. Это люди, которые понимают, как работает государство, что такое статистика. И взагалі потрібен цей проект, чи не потрібен? Да, да, да. Вот. И судьи будут на протяжении... суток практически, да, люди могут работать, оставаться работать и ночью. В принципе, это не запрещается, но им нужно в течение 24 часов подготовить уже работающий прототип своего проекта, желательно еще и с каким-то планом продвижения, маркетинга и так далее, чтобы смогли оценить, насколько он реализуем в будущем. И жюри будет оценивать эти проекты, поэтому мы, как организаторы... Мне кажется, это очень сложно. Есть там несколько проектов, и если каждый из них реально, ну, как бы, нужен, так, вот мне подобається там с криминалом, так, ну, мне кажется, это реально очень круто, если человек знает, так, ага, тут, ну, не нужно ходить, потому что там цей район, он там, ну, не очень хороший. Как выбирать? Как? Есть приоритеты, конечно, есть критерии выбора, есть приоритеты. Ну, в основном проекты отбирались по принципу того, что они должны решать социально значимую проблему в таких категориях, как агросектор, энергоэффективность, сервисы для города, ну, такие, как, например, транспортная система, это услуги государственные для граждан, что-то еще. Ну, вот это первое, первое, на что обращается внимание. Конечно, второе – это то, насколько будет система, ну, готовый прототип, насколько он будет решать. Да, если не только идея, а уже там… Ну... Насколько он подготовленный и насколько он решает поставленную задачу. Ну, вот, в принципе, по этим критериям можно отобрать. Плюс там еще будут эксперты присутствовать. Нас приглашены около 20 человек экспертов. Это и общественники, представители бизнеса, представители и города, городского информационного центра, и областной администрации. И они могут задавать вопросы. И это, знаете, как защита диплома или диссертации. На основании вот этого диалога, который возникнет, то есть вот этот диалог, он поможет принять решение жюри. Скажите, будь ласка, чи можуть, ну, саме на, будемо казати так, на фінальну стадію, коли буде презентація цих проєктів, приходити будь-які там люди бажаючі для того, щоб, ну, подивитися, дізнатися, що от там, ну, гарно, там, ну, можливо, буде такий проєкт? Да, мы вообще с удовольствием приглашаем всех в воскресенье в 14:30 на открытую презентацию проектов. Вот, то есть вход свободный, я думаю, ребята с радостью презентуют свою идею всем остальным и с удовольствием получат обратную связь. Питання, а чи можна, ну, от, наприклад, зараз ці проекти, вони будуть, ну, будемо казати так, належати там до Харкова, так? Тобто, ну, що, щоб розвивати там їх у Харкові. А чи можливо їх потім перетворити на те, щоб там, я не знаю, там в Одесі, у Дніпропетровську, ну, в інших городах, містах України, щоб саме там їх також робити? Звісно, в принципі, ну, всі проекти, які у нас є, вони в основному орієнтовані на Україну в цілому. Вот, то есть это всеукраинские проекты. Есть и локальные, локальные городские. Вот та же краудфандинговая платформа, которая позволяет городские инициативы продвигать. В принципе, можно использовать их решения и там сделать просто краудфандинг платформу для Одессы, для Львова, там, для Днепропетровска, для любого другого города. А все ж таки запитання у мене щодо даних. Чи є такі дані, які, ну, будемо казати, вони майже закриті, так, і щоб їх відкрили, ну, там складно, доводиться там договаритись, так, і казати, ну, будь ласка, відкрийте нам ці дані, тому що, ну, вони нам реально потрібні там.
Ну, конечно, да. Но давайте определимся сначала с понятием вот этих открытых данных. Так, так. Да? Это те данные, которые не являются персональными. То есть никто не будет открывать персональные данные. Так. Понятно. А, и это не те данные, которые являются государственной тайной. Да? Угу. А, ну, наверняка есть такие. Это та информация, которая принадлежит народу, да, как носителю власти. Mm-hmm. Они сейчас... Но за законом мы их можем... И они должны быть не просто в электронном виде предоставлены, но и в таком формате, который бы можно было прочитать программно. Угу. С этим, конечно, большие сложности. И задача этого проекта, вообще этих хакатонов, конкурсов, которые проходят, кстати, не только в Харькове, но еще в Днепропетровске, Львове и Одессе, тоже в эти выходные, задача, во-первых, сформировать спрос на эти данные, который повлечет за собой необходимость их раскрытия. Угу. То есть это такая вот цепочка, которая с двух сторон. С одной стороны, государство предоставляет какие-то данные. Кстати, сейчас есть уже несколько платформ. С другой стороны, спрос бизнеса и граждан вынуждает, да, скажем так, їх открывать. Да. Дякую, що ви завітали. На жаль, у нас більше немає часу з вами спілкуватися, але все ж таки ще раз скажіть, коли, куди приходити для того, щоб подивитися, послухати ці проекти, тому що мені здається, що харків'янам буде дійсно цікаво дізнатися, які проекти можуть існувати там вже скоро. Приглашаємо в воскресенье, 14 февраля. Всех, кому интересно узнать о полезных общественности проектах, основанных на открытых данных, в креативное пространство образовательных апспалах 14.30. И в 18.00 будет награждение. Тоже приглашаем и журналистов, и всех, кому будет интересно. Дякую, что нас завітали. Шановні харків'яни, залишайтеся. Дуже скоро ми будемо все ж таки розмовляти саме про 14 лютого. Ось там буде нагородження відбуватися, так? А ще у нас у Харкові, можливо, ви ще не знали, буде відбуватися рекорд, ми будемо ставити. Але про це пізніше. Залишайтеся.